Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Наступил для меня волнительный день. Сегодня я скопировала яйцо, которое пришло ко мне из Германии. И получился вот такой результат. Из 25 яиц 9 яиц я откинула. То есть, что там? Там нет оплода, или же эмбрион не смог сформироваться из-за механического повреждения яйца. То есть в яйце, вот можно сказать, такая болтушка. Все плавает, все булькает, соответственно, дальнейшее развитие этого эмбриона невозможно. Ну, я обещала делать такие небольшие отчетики по инкубации этого яйца. Многим было интересно. Ну, вот, собственно говоря, все, что хотела сказать. Повторяю, яйцо было заложено в количестве 25 штук. 9 вот абсолютно безнадежные откинулись на первой инкубации. Дальше развитие в других яйцах есть, но выведутся эти цыплятки или нет, мы узнаем позднее. Я, конечно, очень переживаю, очень желаю, чтобы это все вывелось. Но, тем не менее, от меня здесь мало что зависит. Яйцо инкубируется в инкубаторе Блиц. Инкубатор хороший, надежный. В этом инкубаторе я инкубирую постоянно. Вместе с этим яйцом инкубируются и мои маранчики. Ну, в общем-то, поэтому на инкубатор здесь грешить мы не будем, если что-то пойдет не так, так как инкубатор рабочий и настроен правильно. Ну вот, вот все мои новости на сегодняшний день. Всех рада приветствовать на своем канале. Всего вам доброго, до новых встреч!